Белосердечные привели Путина и Медведева в Пензу, новый кардиоцентр посмотреть и обсудить вопрос медицины. Татарстан вошел под снег. Через пару часов машину уже не откопать. В Якутии Люди Мороз минус 60. Хорош. Участникам Давоса покататься на лыжах. Головная боль форума. Лыжевой спад. Пьяного водителя на нары вытрезвитель Челябинска уже не вмещает. Желающих там сидеть 15 суток. Высокотехнологичные медицинские услуги становятся доступными. Первый из 15 спеццентров готов.